Вот это у нас свежее поступление. Мы не знаем, что там лежит. Ну, я думаю, всем будет интересно. А теперь мы вскрываем. Быстренько вскрываем. Быстренько. У нас всего 5 минут. Не хочется ваше мнение отвлекать лишним временем. Мы не знаем, что тут лежит, зато интересно, но то, что тут должен лежать старый телефонный аппарат, так это факт. И вот мы и достаем старый телефонный аппарат. О, это чудо. Это чудесный аппарат. К вашему сведению, аппарат чудный и очень-очень редкий. Аппарат корабельный. Состояние красивое. Шнуры мощные. Мощные шнуры. Вот эта зацепочка служит для того, чтобы аппарат, трубка не выскакивала при движении по морям. Вот он вот так вот зажимается, подпружинивается, снимается и одевается. Подпружинивается, снимается, одевается. Чудное. Номеронабиратель работает. В чем еще этого аппарата? Видите, вот эти вот красочка. Ну, я так подозреваю, что ее имели в виду как защитную. Вот. Защитная. От электромагнитных всяких помех, типа искра, какие-то разрядники могут работать. Ну, в общем, вот так вот. Телефончик чудный. Вот, как вы видите, все тут засижено тараканами. Все засижено тараканами. Запах такой. Ничего себе, нормальный. Ну, в общем, впечатление очень приятное. Очень, 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 очень. После соответствующей чистки, настройки аппарат будет годен к работе. И вот видите, вот эта вот штучка, вот эта пружинка, это для того, чтобы он вот, чтобы корпус заземлялся. Это, скорее всего, что экран, металлизированная красочка. Может быть, на основе. Вот и все. Телефонный аппарат. Так, телефонный аппарат корабельный. Переделанный из аппарата там. Телефонного аппарата настольного, обычного. Все, спасибо за внимание.